Итак, всем привет. У нас будет полевое снятие репортажа по системе Малифо. Играем в боевых условиях в клубе. В принципе, народа здесь полно, поэтому будет слегка, возможно, иногда шумно. Женя, не забудь рассказать, почему мы в полевых условиях? Потому что можем. Потому что можем. Потому что мы от народа не отрываемся. Малифо, да. Это клуб. Итак, что мы нагенерили в процессе? Сейчас мы флипнем для начала на выбор стороны, чтобы, ну, без отрыва отдела сразу играть. Я вам буду потихоньку рассказывать, с чего мы начали. Женя, не забудь сдвинуть верхнюю карту вниз. И да, я колоду. Одну верхнюю. Ты тоже одну верхнюю, чтобы было проще. Итак, мы сдвинули колоду и флипаем карту на выбор, где мы будем расставляться. Два. Несмотря на то, что карта невысокая, пятерка, выиграл я. Я поступлю проще. У меня есть модель из From the Shadow. Это правило, которое позволяет расставляться где угодно на столе. Мне поэтому выгодно отдать расстановку Ярославу. Ярослав, ты ставишься и выбираешь первый. Да, я выбираюсь первый. Расстановка, напомню, у нас какая? Квадраты. Классическая. Классическая линия. И да. Я, как самый ленивый человек, выбираю именно эту половину стола. А еще здесь очень много нужных мне лосс-блоков. Вкратце о том, какая у нас миссия. Ну, ставься тогда. Стратегия у нас реконинг. Стратегия направлена на убийство. И 5 доступных схем. Make them suffer, assassinate, линия на песке, bodyguard и entourage. Миссии 3 направлены либо на спасение модели, либо на ее убийство. Даже я сказал 4. Это тоже про спасение модели, потому что модель должна это сделать, задание. И одна миссия, схема точнее, на маркеры. В целом, получается, стиль игры ими агрессивный навязывается. Изначально мы заявили Ярослав арканистов, я ауткастов. Играем мы на 35 очков. Стол у нас, по факту, граница разрушенного города. Где-то в пустынной зоне, на юге от Малифо. Кратко можно было бы сказать, что это зачистка свидетелей с одной стороны, видимо, наемников, каких-либо ни было, и, собственно, свидетели с другой стороны, арканисты, которые либо проводили ритуал, либо что-нибудь искали в этом городе. Ну, я думаю, так как я играю от Виктора Рамоса, то Виктор Рамос нашел какую-нибудь очень интересную вещь. Я даже не буду ругаться, насколько она хороша. И попытал, и с некими знаниями пытается уйти. Твоя же задача, по сути, его... Да. Я выбрал фон Шиля. Ему как раз таки было бы сюжетно обосновано убирать свидетелей за звонкую монету. Итак, что у меня, что у Ярослава. Расскажу, начну с себя. Ярослав расскажет, когда я буду ставиться. У меня фон Шиль с 3 апгрейдами. Апгрейд в Shots Comes Off на лечение, собственно, мастера. Скрэмбл на увеличение его движения и чардж дистанции. И последний апгрейд сурвивалист на выживаемость мастера. Это hard to kill мастеру и плюс флип на лечение. Также взят хенчман Анна с 2 апгрейдами. Древний том, который можно на спасение мастера опять же использовать, либо нужные модели. И второй апгрейд я плачу лучше, который меркам раздает фокус в 10 дюймах за сброс карты. И 3 оставшиеся модели, которые я взял, это Librarian с апгрейдом на, ну как, не на фаст, он называется Outkeeper. Там две возможности. Если Libra убили, он выставит маркер за финиш в джоб после смерти. Либо он сбросит этот апгрейд и получит фаст. По сути, фаст. Давай не будем обманывать никого. Одноразовый фаст. Также взят снайпер, трэпер и взята повозка тотем фон Шиля. На всякий случай, потому что так как были заявлены арканисты, это могла быть, допустим, Каэрис, либо кто-то еще, и очень полезно было бы лечить. В принципе, лечить всегда полезно. Я выбрал 2 схемы в закрытую, Ярослав выбрал... Я тоже выбрал обе схемы в закрытую. Сейчас я расскажу о том, кто есть у меня. Так, ты расставился, могу ставиться я, да? Да, я расставился, я полностью завершил. Итак, хорошо. Кто у меня есть? Виктор Рамос, это лидер мой, и он закачан апгрейдами по самое не хочу. У него есть апгрейд на... Держи. У него есть апгрейд на Electric Summoning, то есть он вызывает, как я называю это, электротварью, Electric Creature. У него есть филд-генератор. Этот в обзоре я рассказывал, что он делает. Дает деф моделям.
за единичку. И Under Pressure. Under Pressure — это контраспел вшитый ему, то есть я не боюсь либрария, который будет меня атаковать. И в принципе Анну, если вдруг она захочет, ну уже с учетом нынешней расстановки могу говорить. И у меня есть овердрайв, то есть в 8 дюймах от меня, плюс флип на все милишные атаки. Соответственно, с ним идет его личный телохранитель Джоз, у которого есть апгрейд на плюс 1 к защите, либо можно сбросить этот апгрейд для превента 2 дэмэджей. С ними идет Говард Лэнгстон, у которого тоже такой апгрейд, который дает плюс 1 к защите и превент. То есть у Говарда 6-я защита, у Джоса 6-я защита. И в стартовый ростер взят Electric Creation, потому что из него я буду создавать много-много пауков. Ну как много-много? Сколько смогу, столько вызову. А пока Евгений выставляется... Евгений, а куда вы хотите спрятать своего чудного траппера? А я поставил его сюда на холд, чтобы он, по крайней мере, вот эту половину стола мог контролировать визуально, если кто-то куда-то выскочит, из него попытается выстрелить. В целом, я поставил группировку по центру, потому что, ну, я постараюсь идти на убийство, на миссию, на максимальное их выполнение, и не хочу разделяться, и видя, что ты тоже более-менее относительно центра асимметричен, поэтому могу пойти по центру. Ну, я ставился первым, у меня вариантов других не было, иначе бы я ушел на один фланг, ты бы занял другой, и мы бы никогда не встретились. Ну, как вариант. Тут смотря каких целей буду добиваться я. Да. А я поставился, Ярослав поставился тоже. Дальше мы формально... Вилли, а вопрос, да. А кто у тебя миньоны вообще? А вот он и пион ящик. А, ящик. Да. Не бред. Итак, мы обратно замешиваем руку. Да. Не руку, колоду. И сейчас будет определение, кто же будет первым. Ну, сначала мы наберем руку. Ну да, мы сначала наберем. Кстати, даже можно будет даже показать для варианта. То есть, ну, типа, а-ля, вот так, и ты наоборот. То есть, чтобы я не видел. Нет, может... Ну, конечно, мы будем показывать. А, так. Сейчас. По первой карте. А, давай, ну, да. Вообще, в соответствии с правилами Малифо, особенно турнирными, обязательно нужно сдвигать. Либо сдвигать, либо, ну, перемешать. Либо перемешать. Мы просто будем снимать по одну верхнюю карту, да. Да. Все. Итак, набираем руку. Раз, да. Два. Кстати, сколько у тебя камней? Так, чтобы 4, было 5, изначально 6. Ясно. Я набрался ровно на 35 очков, а значит, у меня стандартный кэш Виктора Рамоса. То есть 3 камня. Окей, у меня 2 камня были лишние, мой кэш 1, у меня 3 камня. У тебя 3 камня. Так, я набираю 7 карт из-за особенностей моего хенчмана. Да. Так, итого еще 3 карты. Итак, я набрал свою руку. Давайте я покажу вам на камеру свою руку. Я ее на первый ход менять не буду за соулстоуны. Она меня устраивает, пожалуй. А меня зовут Ярослав, и я профессиональный игрок в покер. Обратите внимание на эту руку. Я напомню, нужная масть мне книги. Евгений может уже начинать злорадствовать и радоваться, потому что книг у меня нету от слова совсем. Ну, Фредди, я формально этого не знаю. Итак, да. Мы с рукой. Ты согласен с своей рукой? Ты используешь камень? Мне камней жалко. Я понял. Это основная причина. Поэтому мы камни не используем и флипаем на инициативу. Да. 11 книг. Против 11 перьев. Мы одинаково вытащили. Ничья. В данном случае механика подразумевает дальнейшие флип-карты. То есть в перспективе мы можем всю колоду перекапывать, пока не определим, кто первый. Итак, 1 книги. 13 книги. Я выиграл. Итак, на первый ход мне, в принципе, есть куда пострелять моим трэпером, поэтому, в принципе, мне даже выгодно сходить первым, поэтому... Но что приятно, трэпер достаточно далеко. Да, но у трэпера есть особенность, он дальность на 28 увеличит за фокус. Да, но он далеко от тех, кто раздает ему фокус. Он в 10. Сколько и надо. Евгений, будьте вы счастливы. Спасибо. А теперь маленький момент. Да. А по высоте это достает? А, у него 3 высота. А высота Тирейна? Один, два раза. Его сейчас. Как раз. Я знаю, что по плоскости, да. Но просто если бы подставка была выше, вот этот холмик, четвертый, не факт, что он его видит с этого края. Да. Да. Итак, я хочу первым. Тот, кто выиграл инициативу, решает, кто будет ходить первым. Я решаю, что это буду я. Я начинаю ходить. Итак, первый ход начался. Моя активация трэпер. Он в начале своей активации за апгрейд нее может сбросить карту с руки и, соответственно, получить за это фокус. Я сбрасываю карту. Чего не жалко. Да, получаю фокус. Первое действие трэпера, опять же,
фокус. И второе действие – это выстрел в… А в кого ты хочешь выстрелить? На самом деле, в Electric Creation. Ты хочешь, чтобы он взорвался и нанес урон моим? Нет, я хочу, чтобы мне… Возможно, если вдруг у меня Make Them Suffer, начали капать очки, потому что это единственный миньон, да? А за Make Them Suffer на первом… Не работает на первом. Какая? Потом. А, ну да, на данный момент это единственный… Ну, понимаешь, миньон. Усложнить. Ладно, и выстрел в Electric Creation. Давай. Поехали. Только помни, для Make Them Suffer нужно убивать кем? Мастером. Да. Я знаю. Или Ханчпан. Поехали. Давай. Ты от меня закрыт, в принципе, ты в дюйме от источника, который тебя закрывает, это хардкавер. Значит, это у тебя минус флип. Но у меня два фокуса, это плюс две карты. Поэтому… Значит, просто с плюс карты. И у меня встроенная плюс карта. Три карты. Негодяй. Два. Девять. Девять. Против трех книг. Какой да. навык стрельбы? Пятый. Против… Шестого дефенса. Пока я попал, а так как Ярослав защищается и он кинул меньше карту, то он решает первый читить или нет? Дай-ка подумаю. Я, пожалуй, почитю на десяточку. На десяточку. Чтобы попасть, Евгению нужно выложить минимум 11, а я не против вытянуть из него хорошую карту. Да, Ярослав, пожалуй, прав. Ну, я, наверное, хочу это, поэтому сыграю двенашку. А я попал, это был бы минус… И вот маленький момент. Мы уже знаем, что карты с достоинством 11 у Евгения нет. Ровно 11 нету. Да. А это был бы минус флип, разница, потому что не равно, а хотя бы немножко плюс. Да. Разница в один получилась. Это минус флип, но за счет двух фокусов это плюс две карты, это получается плюс флип. Давай. Черный джокер. Нет, это средний дамаг. И это… Триггеров я не заявлял, меня все устраивает. Средний дамаг. Три. Три. Electric Creation умирает. Бросает скрэп-маркер. Евгений, а есть ли у вас скрэп-маркер? Да, есть. Подайте, пожалуйста, нам вот тот… Чудный пакетик. Да, у меня есть пакетик с кучей разных маркеров. Евгений, вы решаете, что у нас сегодня по цвету скрэп? Давай я вот достал голубенькие, они даже похожи чем-то… На металл, и пусть это будут скрэп-маркеры. Ну давай. Скрэп-маркер размещается в БТБ, и теперь срабатывает обилка потрясающего Electric Creation. Electric Creation, когда он уничтожается в двух дюймах от него, все получают два урона. Я его убираю. В двух дюймах от него находится только Виктор Рамос. Угу. Он получает два урона и срабатывает способность Виктора Рамоса. Если констракт уничтожен в его лосе и в 8 дюймах, он восстанавливает 2 дэмэджа. А что происходит раньше? Я сам определяю, так как это моя модель, правильно? Нет, так, у нас есть эксперт. Да, итак, пока это… Слово эксперта. Пока эксперт разбирается с двумя этими способностями… Да, я закончил свою активацию, выстрелил как бы… И в следующем Ярослав может, в принципе, решить, кем действовать. Да. Ну, на самом деле, Евгений сильно упростил мне задачу, поскольку он уже сделал мне скрэп-маркер. Сначала взрыв, потом это. Аллилуйя. Евгений пролюбился. Хорошо сказал Евгений. Евгений, спасибо большое, ты сэкономил мне целую активацию. Да, я не оттащил скрэп-маркер куда хотел, но ничего страшного. Итак. Кто из опасных моделей здесь остался? Анна и Фон Шиль. Анна и Фон Шиль, рулеточку, если можно. Это неприятные для меня модели, но ничего страшного. Очень хочется убить снайпера. А кто может убить снайпера? Вон та зяба. Зяба, которую зовут Говард. Чем же знаменит Говард? У Говарда есть потрясающая способность Нимбл, дающая ему бесплатный ход. Ну, давай начнем с простого и приятного. Я не вижу сейчас особого смысла запускать Steam Cloud, который даст всего лишь софт кавер. А значит, проще бегать. Бегает у него пятый волк.
Отмечаем по одному. Первый волк. Вот сюда. Евгений, вы уже рады видеть этого паука? Да вообще, горю желанием встретить этого молодого человека поближе. Проблема в том, что высота у него немножко третья, а значит, мне нужно прятаться там, где есть третья высота. И посмотрите, какую жестокую пакость я делаю. Я бегу не близко к тебе, а вот сюда. Чтобы быть в одном дюйме от террейна. Так, террейн двигать не надо. Нет, чуть дальше. Нам подали, в принципе, удобное средство для дальнейшей игры. Спасибо большое. 2, 3, 5. Так, 2, 3, 5. Ну, мне надо один, ну ладно. Ну, Ярослав двигался на все свое движение, спрятался за укрытием. Спрятался за укрытием, чтобы твой снайпер все-таки в хардкавер стрелял, а не в софт. И да, я делаю ту вещь, которую никогда не делает Евгений, это полезно. Я отмечаю ту модель, которая у меня сходила. Ну, да. У меня все просто, я запоминаю. Да, у тебя так лежит, что все сходили. Да, итого, он сходил, и теперь нужно думать мне, кем сходить. Он от меня сейчас... Ну, смотри, от кого, опять же. Он от меня в 20... Понимаешь, любовь, она жестока, поэтому он далек от тебя. Так, 18. Я, в принципе, не набираю недалеких моделей. Он в 14. 8, 5, 13. Говард от всех далеко, то есть эффективно я, пожалуй, его никем не... Да, но Говард очень удачно и эффективно будет чаржить следующий ход в траппера. А значит, я крайне советую тебе как-то подстраховать этот момент, потому что да, Make Them Suffer Говард выполнить не может. Но если у тебя нет миньонов, Make Them Suffer выполняется автоматически. Мионы и пионы, никто не спорит. Но извини, один чемодан, ну не серьезно. Так, давай тогда сделаем из простого... Особенно, когда три паука будут бежать за ним. Из простого и очевидного. Ходит Анна и делает, пожалуй, что волк-волк. То есть она в этом огромном костюме тоже пытается спрятаться за... Нет, она хочет выставиться вперед по фронту. Если что, контролировать и зону с Говардом или спасти его, когда надо. И быть впереди. Я сходил Анной. Итак, Джоз, 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 Джоз. И вот снова ты мне помог. Так как у Джоса была задача на первый ход расстрелять Electric Creation, ну а так как оно уже мертво, значит, Джоз может делать свою основную задачу, а именно идти вперед. И он тоже будет идти вперед. Он пройдет вперед на 5 вот сюда и отсюда. Я сразу 10 отмеряю. Подумаем, посмотрим. Вот здесь. С учетом огибания, вот здесь. Оп-оп. Посмотрим, у меня может остались. Я просто... Вот я, например, добрый человек. Я нанял на работу инвалида. У него нет руки. Я понял. У меня вот инвалид. Ты сходил, да? Евгений, тебя должна терзать совесть. Ты собираешься убивать инвалидов. Старик, инвалиды и непонятное... 10 и 12. У него армор, да? Конечно. Лонгсона. У Говарда всего лишь первый маленький армор. У всех механизаторов армор, но у Джоса второй армор. Ладно, тогда... Первый он просто механизатор, второй он инвалид. Активируется мой мастер, фон Шилли. Два волка, у него апгрейд на стампит, поэтому он через террейн может прыгать свободно. Двигается на... Получается, 5 сюда, 2 залезть и еще 2 где-то сюда будет. Внимательно читаю правила. Соответственно. То есть, грубо говоря, от края где-то 2 дюйма. Ну, я в любом случае так, и быть, чтобы 12 от... От Говарда? Ну, я померил, да. Он страшный, насколько помню, поэтому это у меня сейчас... Говард страшный аж на 12. Но он страшен только живым, и твой мастер живой. Мой мастер живой. И фон Шиль хочет один разок в Говарда выстрелить. Но, насколько я помню, на его чудном пистолете нет игнора армора. Нет игнора, только Духартувун. Да. Поехали. Сначала пройти страх. Пугайся. Какой страх? 12. Прошел. Дай угадай, тютелька в тютельку. Да нет, у меня 7-й ледак. О, и один выстрел, 6-м шутингом. Давай.
По шестому тадефу 13 на 1. Пока попал очень хорошо. Какой шутинг? Шестой. По шестому. А давай-ка с минус двумя флипами ты это будешь делать. С минус двумя флипами. Ну давай. Ничего не могу поделать и заявлю триггер. Ну, кстати, почему минус 2 флипа? У нас одинаковые показатели. У меня 13, у тебя 13. Чтобы уйти в минус флип хотя бы Евгению, нужно... Разница 6 или что? Нет, разницу хотя бы в единичку еще сделать. Ну да. А значит, нужно положить красный джокер. Есть ли у тебя красный джокер, Евгений? Даже если был бы, я бы сюда не положил. Жадный мальчик. Поехали, соответственно. Три карты с выбором меньшей. Минимальная. Три вунды. Так как первый армор, две вошло. Две вошло. Ой, как страшно. Ой-ой-ой-ой-ой. Дайте я возьму маркер. Две вошло. Поздравляю, осталось еще 9. Нулевка бесполезна, поэтому активация мастера закончилась. Так, у тебя остался великий либрарий и чемоданчик. Ну что? С виду у меня осталась только одна моделька. Это просто, блядь, пиздец какой-то. Но это же не факт. Причем далеко не факт. А давайте-ка, наверное... Вот здесь вопрос. Ну, сначала я, конечно... Нужно было. Сколько стрельба у твоего либрари? Стрельбы нету, есть касс на 8. Но он фуриус касс. По сути, нету, да? Та-та-та-ра-ра-ра-рам. Итак, Ярослав думает, как же сейчас грамотно поставить своих стим-арахнидов. Да. Ну, первое действие, которое я заявлю, потому что я очень хочу жить, я заявляю филд-генератор. Это тактическое действие за единичку, седьмой каст по 15-й сложности. 42 бунера было. И я смог. Теперь в радиусе 6 дюймов от меня плюс флипы на дефенс. Включая самого Рамоса. Это было первое действие. Второе действие. А Рамос у нас все-таки человек в возрасте. Он делает волк. Четвертый. Я развел за 6. Типа для меня. Я приехал, я типа его вообще просил. Вышел. А теперь нулевочка. Нулевочка называется... Ну, это исключительно, что называется, повезет, не повезет, называется Electric Summoning. Я не заявляю ни соулстоуны, ничего. Это восьмая сложность, по... восьмой каст по 15-й сложности. Да, я вообще не пришел. Нет. Будет ли Ярослав хватило. Ярослав был бы безумно рад это сделать, но, к сожалению, все видят, что осталось у Ярослава. А значит, как бы шансов у Ярослава особо нет. Тебя у меня миссия упала. Кто упала? Миссия? Так, давай для начала пока шпур. Ну, судя по столу, она не зря упала. Второе. Я буду пытаться вызвать одного арахнида. Всего одного, потому что одного я вызову всегда. Окей. Тратишь ли камень на плюс флип или масть? Нет, я потрачу Soul Stone на... Что бы мне потратить? Сейчас нужно посчитать. 10 плюс 3, 17, мать заказать. Да, я вызываю двух стим-арахнидов. Двух. Трачу на это Soul Stone, у меня их осталось 2. Ты тратишь на масть, да? Да, я трачу на масть, на книжки. 32 калининских, по-моему, 8 своих. Давай, 2. Это... Итак, Ярослав все еще хочет себя проверить, проверяет. И камень записываем. Одного. Одного стимарахнида. Без соулстоуна, без ничего. Просто пока одного. Действительно рано. Хорошо. Я выбираю, соответственно, этот скрэп-маркер. Пробуем. Я не вызвал. Насколько я помню, восьмая сложность по... Итак, не хватает, судя так, по... Восемь, да, пятерку надо. Нужно пятерку, ничего страшного, я могу почитить. Я почитил. Стим-арахнид, он будет на всех ножках. Появился в базовом контакте со скрэп-меркой. Не в базовом скрэп-меркой. Контакте. Нет, он вызывается в трех дюймах. А, в трех дюймах? А, в двух дюймах. Ну, это не критично. То есть вот здесь вызывает, появляется арахнид. Чтобы не путать, это арахнит на всех ножках, потому что они очень похожи. Скрэп-маркер исчезает, и он получает одну рамку. Потому что просто так не вызывается на свете ничего. Это 8.
И он имеет кондицию слоу. У меня осталось еще одно действие. И нулевое. Великий Виктор Рамос. Нулевку я уже использовал. Это тоже была нулевка. Да, я пытался. Давай твое последнее действие. Мое последнее действие, я буду подходить поближе. У него кончились действия. Почему? Ты включал поле. Поле прошел, нулевка. Вызвать, да. Вызвать это же единичный. Все. Ну ничего страшного, паучок все равно защищен. И даже дотягивается до Джоса. Я вас понял. Итак, у меня на выбор либо Либрариан, либо Ящичек. Давай... Волк, волк ящичком. На 8 дюймов, я сходил. Ты сходил, да? Да. Ну, у меня остался паучок. Чтобы оставаться в радиусе поля, в 6 дюймах от Рамоса, паучок подойдет вот сюда. Как ты помнишь, пауки не делают практически ничего. И у меня остался только Либрариан, который тоже, наверное, сделает волк-волк. Все, погнали? Без перевода. Да, Либрариан делает волк-волк. Еще прячется за широкую, за широкую спину Анны прячется. Ну да. Мало того, что она книжки читает, так еще и девочек своих защищает. Итак, я всеми моделями сходил. Ярослав тоже. Ход закончился. У нас, так как у него миньон появился, Мэквен... Да даже если бы он не появился на первый ход, Мэквен Саффор сделать нельзя. Да, ничего нигде никак не считается. Первый ход закончился. Итоги, мы подошли друг к другу поближе, и пока непонятно. Итак, ну, зато видно, кто кого будет пытаться уязвить. Да. Поехали, перемешиваем карты. Да. Итак, пока мы мешаем, размышления на следующий ход. Надо уже начинать зарабатывать очки, то есть попытаться убивать, попытаться... Не быть убитым, не давать очки оппоненту. Да. Если Женя будет пытаться убить, вполне понятно, ну, лично мое мнение, что он будет пытаться убить маленького паучка или Анной, или Фоншилем. Это единственный для него возможный и удачный выход. Почему? Потому что как только он убьет паука, из него выпадет скрэп-маркер, и добрый Виктор Рамос из этого скрэп-маркера вызовет еще паука. Ну вот да, приятного от этого мало. От этого приятного мало. У меня вариант очень простой. У меня практически на позиции чарджа находится Говард. У меня Джос подбирается к Анне. Да, у Анны есть армор. Но это совершенно не страшно. Так, я сдвигаю одну карту. Тогда. Так, перед тем, как набирать руку, мы решаем, нужно ли что-то нам сбросить. Я честно скажу, я сбрасываю вообще все. Я понял. 7, 3, 4 маски. Маски – это не моя масть. Набираю я новую руку. Пожалуй, сброшу 2, 3, 4, карты. 4, 5, четверку и шестерку. И добираю 4. Я бы сказал, какая она. Итак, я добрал руку. Соответственно, давайте покажу вам свою руку. Вот моя рука. И она меня устраивает. Ярослав тоже набрал руку. Может продемонстрировать то, что вам набрал. Ну, как бы меня не сильно-то она устраивает, но с учетом того, как больно будет дальше, я пока не буду перенабирать руку. Хорошо. Итак, мы не тратим соулстоуны, поэтому флип на инициативу. Ярослав, да. Флип на инициативу. Конечно. 12, 4. Будешь ли ты... А, ну первый ход был прошлый мой. Я должен первый решить, буду я рефлипать. Я не рефлипаю. Я же арканист, у арканиста все-таки их грех — это зависть. Не жадность, конечно, но пожалел, вот честно. Вот, позавидовал твоему успеху. Ходи первый. Ну да, первый ход я ну отдаю как, ходи себе. Первый? Ты решаешь, кто из нас ходит первый. Конечно. Вдруг же, ты будешь настолько великодушен, в тебе взыграет гордыня, свойственная всем ауткастам. Так, я правильно понимаю, что я сейчас вижу как бы маленького арахнидика? Ну, как сказать? У этого Тирейна высота больше единички. А, ну да, у тебя высота третья. Да, ты видишь маленького, бедного арахнидика. Заставлять бедного Виктора Рамоса каждый раз их вызывать и тратить на это?
Либо... Ну, ты вообще эксплуатируешь пенсионеров, поэтому что уж. Есть еще вариант, как бы... Мастерам-то нужно тоже... Так, ты от меня примерно в 12 дюймах. Это получается пройти и зачаржить тебя. У тебя хард-ту-килл, аналог его... У меня нет хард-ту-килла. Я просто страшный. Ты просто страшный. И первый армор. Но я напомню, у него есть флюри. Неприятно. Это очень больно. Это 7 мили. Это 4, 5, 6. Ну, на самом деле, мы парни рисковые, потому что надо, иначе он сейчас это, прискочит меня и сам меня убьет. Поэтому активируется мастер Фоншиль. Первое действие волк, второе чардж в Лэнгстона. Перед чарджем, соответственно, нужно пройти страх. Да, сначала мув. Сначала сделай волк. И да, высота какая мы решили? Вторая, видимо. Вторая. Ну, просто падаешь ты или нет, это важно. Больно ли тебе вообще, в принципе, существовать? Так, и следующее действие чардж. Страх? Страх. Прошел. Вот когда же ты вытащишь на страх черный джокер? Вот. Когда-нибудь. И чардж. В скольки дюймах ты хочешь встать? А у тебя есть обилки, работающие в дюйме? В дюйме? Нету. Да. У меня просто второй рич. Ну, рич у меня первый, поэтому... В одном дюйме от меня ты и становишься. Все равно не уйду, поэтому в дюйме от тебя и встал. Согласен. Итак, даже чуть меньше. Вот полдюйма. А, это полдюйма. Это полдюйма, чтобы перевернуть. А-а. Ну да. Ну, где-то так. Итак, мои действия на... Какой у тебя дефенс? Шестой. Шестой. Как, собственно, и мое мили. Шестой, с апгрейд. Давай на первом действии заявим Soulstone. Масть, пусть это будет бараны. А что делают бараны? Critical Strike. Давай. Итак, попадает первая чарджевая атака. Давай. 12 книги. Ушел. Я должен первый решить, читить или нет. Читить или нет. Ну, давай так. Если у нее есть карта выше, то ладно. Я не буду читить. Итого, минус 2 флипа, я заявляю Critical Strike, так как заказывал масть. И с тремя картами, с выбором меньший. Средний, малый. Соответственно, это получилось 2, Critical Strike 3, 3 с игнором армора. Раз, два, три. О боже, 5 ран. Говард, живи. Соответственно... Говард, держись. Вторая чаржевая атака. Давай второй камень потратим тоже на Critical Strike. То есть у тебя остается всего один. Один камень, да. Ну давай. Попасть. Я хорош. 13. Перья. Ой, кажется, я камень пролюбил, но нет. Кажется, в этот момент... тебе надо 13. Красный, да, джокер. Ты хочешь с минус флипом? С минус флипом, но с двумя баранами. А ты серьезен, давай. Поехали. Минус флип, триггер, заявляю Critical Strike. Давай. Малый. Получилось малый 2, плюс 2 Critical Strike, 4 с игнором армора. 4 с игнором армора. Я так понимаю, это последний твой экшен поинт. Возможно, смотри, сколько у тебя сейчас останется. Нет, это последний экшен поинт. Я сброшу свой чудный апгрейд ради превента 2 урона. Да. Ты мне внес 5, я 2 запревентил. Я внес 4, да. Я 2 запревентил. Вошло 2. У меня осталось 4 раны. Да, тогда справедливо. Нет, я считаю, это максимально справедливо. Ты потратил 2 соулстоуна, и я сбросил апгрейд за 2 соулстоуна. Нулевка бесполезна, я закончил. Буква М. Месть. Говор решил, что он расстроился из-за того, что ты его убил, поэтому он активируется. Активация Говарда. Флюри за 2 экшн-поинта. Делаю 3 мили атаки против одной цели. Давай. И, конечно же, это будет мастер. Сбрасываю карту, единичку книг. Ага. Ну что, начнем. Мой 7 мили против твоего. 6 дефа. У меня плюс 1. Начнем. 7. 13. Как ты это делаешь, Дим? Итак, Ярослав решает, читить или нет. Ну да, на 12 я попадаю с минус 2 флипами.
На 12 я попадаю с минус двумя флипами. Давай вторую атаку проведем. Давай, вторая атака. Красный джокер. Ой, с плюс флипом. С плюс флипом. И ты не можешь... А, ну да. Да. Как хорошо, что предыдущая атака не попала. Евгений, да. Я заявляю триггер. Давай. После того, как я нанесу тебе урон, а я чувствую, я смогу нанести тебе урон, ты должен будешь скинуть две карты или два соулстоуна, али ты помрешь. О боже, сказал давай. Евгений. Ну давай. Дамаш. Средний урон. Средний, сколько? 5. Soulstone не спасет. У тебя первый армор? Да. То есть 4 входит. Soulstone на максимум 3. Ну, я думаю, что в принципе. А, и у тебя еще одна атака, да, на которую ты можешь нести. Ты знаешь, как-то, ну, все равно не хочу, трачу Soulstone. Последний Soulstone. Хотя хочу. Сколько ты максимум наносишь? Максимум 6. То есть это будет 5 для меня эффективные. Не, трачу Soulstone. На сколько же я попривенчу? На 3. Во мне вошла одна дырка. Одна дырка. И так как дамаг все-таки прошел, я сброшу две карты. Давай. Без карт тебе тяжело. Ханны или Анны? Анны. Семерка 7, и 2. Двойка. Прекрасно. Третья атака. 6, 8 книги. 9 перей. Я попал с минус двумя флипами. Евгений, решайте. Вы знаете, так, у тебя максимум получается тадам, то есть попробовать тебя карту. Ну, Евгений решает на десяточку, чтобы тоже минимум карту из Ярослава вытянуть. Ну, я тоже положу десяточку и с минус флипом буду атаковать. Да, давай. А, нет, я не ту десяточку положил, прошу прощения. Вот эту десяточку, чтобы был баранчик. А с баранчиком я снова заявляю любимый триггер. Или две карты, или еще. Но опять-таки, превента у тебя уже нет. Да, поэтому дамаж. Итак, урон с минус флипом. 9. Это средний. 4 вошло. 4 вошло. Итого в мастера 5 вошло. И сбросьте 2 карты. Ну, ничего не поделать. Кажется, я остался без карт. Нет, ты можешь не сбросить 2 карты. И умереть, да? Да. Спасибо. Черный джокер. Черный джокер ушел. Ну что, Говард молодец, Говард зайка. Итак, мы сходили. Что же у нас там еще светит? С этим всем. У нас есть снайпер. Но у него нет карты, чтобы заявить фокус. Ну, у него есть первое действие, чтобы заявить фокус. Ну да. Снайпером, пожалуй, что... Они да. Пролюбились ли вы, Евгений? Минутка аналитики. Возможно. Практика покажет. Я парень, как говорится, рисковый. Когда-нибудь это должно было случиться. Давай выстрел в Виктора Рамоса. А нет, фокус первое действие, второе выстрел в Рамоса. Витя. Да. Витя, держись. Ну давай. Поехали. Мой пятый шутинг. Получается, ты не в ковре. По моему четвертому дефу. Соответственно, у меня будет 3 карты на попасть. Двойка, пятерка, 11. 9. У тебя плюс карта. Ах, да, у меня же филд. 5. Ну, лучшая девятка. У меня лучшая 11. Да, лучшая девятка. Будешь ли ты читить? У тебя 11, ты попадаешь с минус флипом. Но у тебя фокус. Это чистая карта. Но тебе не на что читить. Но мне не на что читить. Боже, это и при парни. Ну. Итак, Ярослав решает. Ярослав, да, давай. Решает. Попал. Чистой картой. Чистой картой. Минимально. По-моему, это один дамаг, я правильно помню. Сколько? Один. А, нет, вру, 2. Нет, это один. У меня второй армор. Это один. Окей. Это один. Виктор сказал, ой, у меня осталось 9. Я сходил, действуй. Сейчас передо мной стоит максимально интересная тактическая задача. Как бы мне так уязвить мастера? Потому что мастер плотно достаточно сидит в Говарде. А в Говарде плотно сидеть неприятно. У меня есть Джос, у которого есть 6-й чардж, 2-й мили, но здесь явно больше 8.
И там тоже, да. А здесь больше, да? Да, Виктор Рамос убивает тотем магнетизма. Потому что Цигнора Мармора. Итак, кто же активируется? Кто же активируется? Я вот думаю, наверное, активировать Джосса. Ну, потому что Джосс просто хороший, он умеет стрелять на 10 дюймов. Что у меня там? А значит, мне нужно встать так, чтобы ты был не в ковре. Пятый волк. Отсюда, я так понимаю, ковра у тебя не будет. У кого? У Анны. Будет. А это ты мне уже как отвечал, да? Ну вообще. Не хватит на муве, а ты так, чтобы ковра не было. Ну почему, если я сюда? Все равно я буду для тебя, частью поставки закрыт. Ну тогда ничего страшного, я пройдусь на свой максимальный, в тот же кавер буду стрелять. Давай. Как мне не хватает моей кавер, господи. Итак, выстрел, какой у тебя будет? Пятый шутинг. Скольки дюймов ты от меня сейчас? Должен быть в 10, а у тебя есть какая-то обилка, да? Да, в 4 дюймах работает, но пока ты далеко. А в 4 дюймах? Я отменяю стройные масти в шутинг, мели и кастинг. Ну, это совершенно не страшно. Итак, Арк Блад, 5-й шутинг, да, со вшитой книгой, но я не знаю, зачем она мне нужна. Чем вообще? Начнем? Да, какой давай. Дефенс у тебя 5-й. Еще раз? 5-й. Все, что на картах? Да. 1. 4. 4. Я думаю, они почитить ли мне? А, с минус, да, и с минус флипом. Ну тогда. Но все равно один и читить бесполезно, потому что читить я закрыт трейд. Да. Ну что? Любое действие. Я же рассказывал, он не умеет так. Я понял. Это, кстати, нулевые действия могут быть и агрессивно атакующими. Ну, он вообще в это не может. Я понял. Моя... Он живет полной жизнью. После того, как ему союзница оторвала руку. Он решил ловить от жизни все. 11, 14, а у тебя так, 50, 50. У него других вариантов нет. Ну, хочется ему ловить от жизни все. Неужели сейчас будет идти злобный либрарий в попытке вылечить своего мастера, сказать, боже. Хороший на самом деле вопрос. Шиль, живи. Давайте зафорсим хэштег. Сколько у тебя дефенс у Джосса? 6. 6 вунд? На нем же еще есть апгрейд. 9 вунд. Hard to kill. И если я останусь в одной вунде, я получу реактивейт. Бери там не наешь. Так. Давай. Сейчас. Я думаю. Тут есть проблема. Пока Анна закрывает Джосса, от Либрария. Либрария не может сделать свою чудную вещь под названием Фуриус Кастинг. Да. А, но у меня нет карт. Поэтому никакого Фуриус Кастинга в принципе быть не может. Поэтому тут нужно думать, на самом деле, что я хочу. Именно поэтому мне было не страшно идти на него. Вообще. Конечно, полечить мастера это клево, но у меня может на картах не случиться. Фаст я сейчас сбрасывать не хочу. Глупо. Есть еще вариант Анны. Что же хочет попробовать Анна? Какая воля у Арахнида 10-я, да? Нет, у Арахнида 6-я. Это у Electric Creation 10-я воля. 6-я воля. Волевые, правда? Гордость моя. Есть один смешной маневр. Конечно, он не получится, но а почему бы не попытаться? Активируется Анна, Волк и каст Варахнида, древнего тома. А, ну там мазь мне нужна. Может вообще не получится. Бесполезно на самом деле. Ты будешь пытаться... А, у тебя древний том это закапывать, да? Да. А, ну у меня же есть камень. Чего я мучаюсь? У тебя нет камня. Да, у меня нет камня. Чего я мучаюсь? У тебя нет ни камней, ни карт, ничего. Ничего здесь нет. Как вы видите, бэк нашей партии меняется в сторону того, что Виктор Рамос решил побить бедных, нищих, убогих. Ладно, сделаем объективно полезное. Подвинемся ящиком. А ты хитер. Подвинулись ящиком. Бежишь, предательски сбегаешь. А ведь он должен был умереть.
Итак, Ярослав, кто же? Рамос или бедное создание? На самом деле, это будет, естественно, Виктор. Действуй. Челлендж материалки не воспринимается, блядь. К сожалению, у Виктора есть большая проблема. Виктор не может ничего путевого призвать сейчас, потому что нет скрэп-маркеров. Убиваем Стима Рахнида. И появятся маркеры. К сожалению, он в трех фундах, а значит, я не могу его убить одним действием. Убивать, а так бы я магнетизмом. Оп! Еще и сам подошел. Нет, мы будем действовать, как завещал нам дедушка Ленин, мы пойдем другим путем. А дедушка Ленин нам что-то завещал. Да. Я думаю, для начала мы вызовем Electric Creation. На шару. Ну, легко. Ничего не тратишь, да, для этого? Да, дай-ка подумаю. Нет, я использую Soul Stone и закажу себе масть. Видимо, книгу, да? Видимо, книгу, да. У меня осталось два Soul Stone, я их еще не использую. Ага, ну давай, тяни карту. Я смог вызвать. Я молодец. Я талант, я гений. В 6 дюймах от Виктора Рамоса появляется Electric Creation. И как любит говорить Евгений, они не исчезают и не умирают. Ты знаешь, это не Electric Creation, это герпес. Что бы ты с ним ни делал, он возвращается. Печально, печально. Да. Это было нулевое действие. А теперь мне бы... И все равно не смогу уязвить. Ничего путевого призвать. У меня есть, конечно, вариант великого магнетизма уже не сработает. Рейндж 16. Магнетизмом можно обижать. То есть я должен встать за Джоса. Идеально им закрывшись, по идее. Но Анна третьей высоты, есть вероятность того, что Рамоса просто третьей высоты покинет. Ты не закроешься. А, туда? Да. Ну так, к фон-шилю подставиться. Ну как я люблю это. Ну, у нас сегодня, в принципе, игра такая. Делаем странные, необдуманные поступки. Это наш стиль. Попрошу не путать. Ты знаешь, а я, наверное, проявлю себя очень странным человеком. Давай. Я буду стрелять в своего паучка. Паучка? Да. Ну, я же веселый. Давай, стреляй. Итак, сопротивляешься ли ты паучком или нет? Стреляю Electric Fire. Конечно, я им сопротивляюсь. Потому что я хочу выбить средний урон, нанести ему 3 вунды с игнором армора. Он умрет, из него появится скрэп-маркер, я из него еще 2 пауков вызову и убегу обратно в домик. Действуй. Ну, потому что он дедушка, ему как бы не с руки. Давай, пойти. Стрельба Рамосом. Итак, стрельба Рамосом. Сначала попадаю Рамосом. 2. Я вот так сбоку буду откладывать, чтобы это было видно. Сопротивляюсь пауком. 2. Я попал с минус флипом. Да. Читишь ли ты что-либо? А я ведь веселый. Я читю урон Виктора Рамоса. Да. Попаданием, да. Вот и... ровно чистый флип. Это хватает на чистый, да? Ну, 7-6. Плюс 1 на картах. И в итоге получается нормально. Да, разница на картах 6 как раз, да. Должно. Итак, чистый флип урон. Летит давай. Паука. С игнором армора. Максимальный! Паук умирает и создает из себя скрэп-маркер. Сейчас главное не про... Не пролюбиться, да, Ярослав? Да. В 6 дюймах от себя. Так как скрэп-маркер можно класть и под модель. Нет, только базовый контакт. А, базовый контакт? Да. Тогда вот так. Чуть поближе. Да, под чужие? Да, под чужие можно. Тогда под creation. Ага. Они стояли в БТБ все равно. И главное, чтобы видно. Теперь я использую второе свое действие. А вторым своим действием я буду призывать пауков. Тратишь на это что-либо? Пожалуй, нет. Сразу заявлюсь. Я, наверное, трех пауков сразу вызову и потрачу Soul Stone.
Итак, это значит сложность восьмая по 19. То есть нужно 11 и 3... И 3 книжки. 3 книги, одна встроенная. Одна вшитая, одну я трачу за Soulstone, и одну нужно вытащить на карту. Давай, тащи. Пытаемся. Я не вызвал, но нет, я смог вызвать. Ровно. В 2 дюймах от скрэп-маркера. Я просто вот здесь отмечу, где. Угу. А насколько помню, арахнидики игнорят пульсы, да? Да. Но к бластам иммунны. Не иммунны бластам. Отлично. Не все так плохо. О, и у каждого из них по 2 ранки. По 2 ранки. Представляешь? Как мне обидно. Сейчас я найду, где они у меня спрятались. Арахнид, арахнид, арахнид. Да. Я понял, что я въебал. Нет, сколько у тебя? У тебя... Так, и после, и последним действием я, естественно, бегу в домик. А то злые вы, женщины какие-то агрессивные в костюмах металлических, которые даже констрактами не являются. Виктор Рамос зайдет вот сюда и встанет у лесенки. Тут есть лесенка, по которой он может взобраться. Я вас понял. И сверху с дома обозревать поля. Итак. Там такая... Да. Маркер убирается, да. Итак, моя активация. Есть у меня один хитрый план, я хочу оценить, есть ли у меня лосс от моей Анны хоть до кого-нибудь из паучков. И дальность, что самое главное. А дальность какая нужна? 8. Там, где есть лосс. 8 нет. 8 нету. Тогда рано на исполнение этого плана. Рано. Рана бывает кусаная, резаная, огнестрельная, колотая, резаная, стриженная. Какая? Рана в данном случае. Так, либо, ну там деф высокий. Поэтому не хочу я пока стараться в этом направлении, меня все устраивает. Ну побегай где-нибудь. А, соответственно, что мы сделаем? Пройдем Леброн на волк и попробуем скастовать лечение в нашего мастера. А, поехали, пробую скастовать. Нет, не получилось. Увы и ах. Я сходил. Грусть, печаль, тоска. Я использую первого своего паучка. И так как я понимаю, что мне будет больно, какие-то пульсы, какие-то бласты грозит мне Анна, активируется именно этот паучок, и он собирается вместе. Так сказать, братаны, они должны быть просто в БТБ. И они в БТБ друг с другом так и вызывались. В 3 дюймах от него, без всяких костов, без ничего. То есть вот здесь. Посмотри. And to model in base contact. А, от центрального? Ой, ну от центрального, так от центрального. Пойдем. Итак, активируется на самом деле другой паучок центральный, да? Да, центральный. Ну вот сюда, то есть по середину колонны, появляется новый паук. В 3 дюймах от центрального. От края. Почему? Подальше наоборот. Вот 3 дюйма, смотри. Ага. И после этого 3 паука исчезают. Пинг-пинг-пинг-пинг. Пинг-пинг-пинг. История. Как из одного скрэп-маркера сделать очень-очень-очень дорогую модель? Спросите Виктора Рамоса об этом. Итак, модель за 8 очков. Действую я, да? А вижу ли я Анны? Полностью. А, видишь? Поэтому... И вот, кажется, я и прилюбился. Ну, активируется Анна. Чарж в вот эту молодую поросль. Какой у нее деф? У молодой поросли 5. Да. Амели у Анны? 6. Ну да. А трудный террейн ты учитываешь? Тебе через камень проскочить надо. Мне нужно по прямой, а далее у меня 3. Третий рич? Да. Ну, в принципе, уже вот здесь достаю. Да, собственно. Ну да. Да. Прижмись к Джос. Спасибо, не надо. У него есть пневматический кулак. Спасибо, не надо. Поехали. А, первая чарджевая атака с Анны. Поехали. 6 мили против 5 дефа. Давай. 8. 5. Я попал. Ты попал. С минус флипом. А где моя рука? Вот он. С минус флипом, да, говоришь? Да.
10, ты не попал. Я промахнулся, ничего не могу с этим сделать. Чем активно пользуюсь? Вторая чаржевая атака. 10, еще и нужная масса. 12. Но, увы, не хватило ровно одного. Них суть баттон. И нулевое действие. Попробую. Так, тут я заингейжен, это ничего не поможет. Да, вот им, в общем, не сильно нужно. И все. И Анна закончила. И Анна закончила. Да, пауки не могут прочарджить. Ты не подошел близко, у них всего одно действие. Но я сразу говорю, просто свое действие. Подошел базовый контакт, да? И все. Больше ничего не могу. А, у тебя еще может Electric Creation одно действие. Конечно, и он будет свое действие делать, свое жестокое действие. Где у меня Electric Creation убежал? У Electric Creation 4-й волк. Давай. И у него есть одна и целая. Получил одну рану за активацию. То есть вот как раз на край помоста встал. И за правило период полураспада получил вунду. Окей. Ну, итого по итогам. Ничего. По итогам никто ничего не заработал, да. Итак, закончился второй ход. Мы перемешиваем. У меня карт руки не осталось, поэтому у меня все просто и легко. Как я хочу. У меня осталась одна, и я ее случайно замотал. Это тройка книг была. Да, зрители ее видели. Да, и можно по видео повтору ее повторить. Сейчас я ее найду. Крайняя, наверное. Одна из крайних, потому что раз... Да, вот она. Я ее все равно сбрасываю. Все нормально. Так, перемешиваем, пока образовалась небольшая пауза, размышления. Что-то мы играем как-то странно. Давно должны были убивать, а пока не получается. Ну, ты знаешь, как я сейчас очень хочу выиграть ход? Верю. Потому что если я выиграю ход, то Говард скажет, ты все еще здесь. И это печально. И это печально. Нет, у тебя, конечно, будут карты на руках. Но тогда ты все свои хорошие карты потратишь на то, чтобы выжить. Логично. А, одну карту. И, соответственно, 7 набираю. Ну, карта. Раз, два. Ко мне три. Меня осталось, уже ничего не приролю. 6. Итак, моя рука. Ну, поменять уже ее не могу, поэтому что есть, то есть. Итак, это моя рука. У меня есть еще 2 соулстоуна. Я потрачу... Я не... Любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Перенабираю руку. Беру 2 карты. Ага. И сбрасываю 2 карты. Это да, будет... Покажи, что пришло, чтобы было понятно. Да, мне пришли 2 вот этих карты. И сбрасываю я. Нет, не надо показывать, что мне пришло. 3 перья. Угу. И 4 перья. Не люблю я перья. То, что осталось. Отлично. В принципе, я доволен. Флип на инициативу. Давай. 13. Отлично. Аллилуйя. Ходи. Угадай, кто будет активироваться, Евгений? Electric Creation. Самый невыгодный это Рамос. Ты прогадал. Поэтому активируется... Давай, Зон. Фигач. Эх. Люди! Поехали. Первая атака. Ушел. 1-12. Какая защита? 6. 7 мили. 11. С минус флипом. И триггер. Который... Сбрось карты, да? Окей, так, я могу что-нибудь решить, да? Триггер. На самом деле, не хочу. 13. Вытащил. Ушел, да. Вторая атака. 7. 13. Как ты это делаешь, демон? Ладно. Кажется, я от второй атаки ушел. Ну, от бабушки ушел, от дедушки ушел. Пришло время лисы. Давай, третья атака. Красный джокер. Против 3. Где-то эта история уже была, причем в этом же исполнении. Да. Как хорошо, что я ушел от этой атаки и от предыдущей тоже. Потому что иначе бы этот джокер был бы в дамаг, а это было бы куда печальнее. Это было бы очень хорошо. Видимо, ты заказываешь триггер на сброс карты. Красного джокера отхватить 10? У него хорошо. Ну, ты знаешь, это было бы на ранней атаке, поэтому это было бы печально. Да. Ну что ж. С плюс картой. Ну, по правилам. А нет, у тебя 21. Ты читить не можешь, а мне бесполезно. Нет, 21 против 9. Да. 12 играешь. Да, 12 с плюс картой. Средний. Это 5, да? Это 5. И мне нужно...
То есть это 4 мне пришло. И масть, естественно, на триггер. Сбрасывай 2 карты. Угу. У меня 3 вунды осталось. Воу! Так, и сбросить. Какие же карты мне сбросить? Я думаю, я оторву их от сердца, но это будет туз и двойка. Ты издеваешься. Ты вот арканисту показываешь, как ты сбрасываешь книги, да? Да. Ну ладно. Мастер живет. Давай. К сожалению, ты должен был еще больше карт сбросить, чтобы когда ты решил убить Говарда, ты просто увидел его, испугался и все. Так, сколько осталось? Говард, он инфорсер? Говард инфорсер. Так, камни он потратить на защиту не сможет. Знаешь, если бы это был миньон за 12 соулстоунов, я бы очень сильно удивился. Ладно, начнем на самом деле с простого. Активируем... Самый большой вольфокс. Здесь тебе надо кубик кидать. Что у меня есть надо кидать? Опа. Евгений. Так. Иди, стань там и молчи. Ладно, активируем фон Шиля. Соответственно, поехали. Он объявляет атаку в страстного Говарда. Моралька. Я тебе прошу. Какого Говарда? Страшного. Видишь? Мне послышалось в страстного. Я это тоже услышал. Да, и значит да меня... Да нет, судя по его активности, что он 2 хода его красным джокером-то попадает. Явно оно так. Поехали. Ну да, с учетом тентаклей. Нет. И забоялся ты. Я не хочу бояться. Да, забойся. Поэтому вот сделай так. Сделай шоу. Ого. Ему нужно 5 тоже. А ему надо было 5. Ну, тут разные выводы могут быть. Конечно. Женя решил нас всех обмануть и скинуть поехали. Самую высокую карту. Поехали. Первая миличная атака. Давай. 9. 8. Попал. Какой навык мили? 6. 6, да? Ту-ту-ту-ту-ту. А какой дамаг лайн у тебя? 2, 3, 4, если я правильно помню. 2, 3, 6, господа, извините. А командир? Ну, давай с минус 2. Окей, с минус 2 триггеров нету, потому что не пришло. Да. Малый, малый, малый. 2 с игнором армора. 2. Не, ну сначала мы посмотрим. Меня это даже устраивает. Ну, может быть, здесь был и завод. Ну, раз пошла такая пьянка, вторая атака. Тихо, он хочет вторую. Он хочет вторую атаку. А сколько атаку? У тебя бунт осталось? Кстати? 2. Он хочет вторую атаку, пусть заявляет. У меня есть нулевочка заявил. Еще на лечение. Да, он уже заявил. Поэтому вторая атака. Женечка, можно вопрос на засыпку? Ты так сильно хочешь убить Говарда, или бы ты все-таки пытался убить Джосса? Я Джосс знаю, что может, а это нужно делать под конец. Ну, пока да. Говарда. 7, 2. Попал, как ни странно. 9, не попал. 10 и объявлю Critical Strike. Молодец, все потратил. Ну давай. 6 вунд. 7. Critical Strike еще, да. Скрэп. Да, скрэп маркер в базовом контакте, пожалуйста. Говард, он был хорош. Наверное, сделаем полезное действие, сбросим за нулевое с мастера апгрейд. Соответственно, лечу 2, 3, 4 с плюс флипом. Это средний, 3 вунды я отличил. Это нулевка была, да? Да, это было нулевое. У тебя остался 1 экшн поинт. И у меня еще остался 1 экшн поинт. Соответственно, так, здесь больше 2 дюймов, но либо тут, либо сюда будет рандомайзиться. Хартвунд у тебя есть? Нет. Не там, не там. У него хартукил. Ну, это мне пока не интересно. Давай тогда рандомный выстрел сюда и рандомайз. А чарджить не хочешь? Одно действие. Кстати, прорыв нет. Ну, подошел. Побейте 2 дюйма. Я специально достал. Ну, тебе надо. Да. Нет, бандил хватит. Здесь больше. Возьми бандил. А, есть между... Нет, нету. Значит, только в Джонса и паука. Да. Паука есть. Ну, давай. Давай. Рандомайз. Тянь за карту за каждую модель. И наименьшая карта, того и пойдет атака. Да. Поехали. Джос. Да. Жаль. Паук. 4. В паука. Ай-яй-яй-яй. Поехали, прям шутинг. Прям паука. 9. Но мы защищаемся 5-м.
13! Ну и ладно. Да кто бы спорил? Я, по-моему, все хорошие карты уже успел вытащить. Мастер сходил. Да. Активируется. Кто бы активировался? Кто бы активировался? Джос. Да, 6. Он заингейжен, поэтому чаржить не может. Да. Да, это жаль. Это большая жаль, да. Это большая жаль, к сожалению. Но я удивлю тебя. Пока пауки живы, у них есть плюс флип на урон. 4 и больше вунд. А значит, активируются пауки. Да, давай. На дамаг. Ну ничего страшного, с минус флипом попал, и то хлеб. А первая атака в Анну. И да, к давай. Сожалению, печаль. Масти пропали? Да, встроенные. А значит, по сути, ты обломал мне зубы. То есть дожевывать тебя тяжело. Но возможно. Итак, начнем. 8, 10. Пятый деф. Пятый мили. Пока ушел. Ладно. Вторая атака. Вторая атака. 11 книжки. Против красного Джокера я ушел. Вот только у меня зубы выросли, да, на книжку? Да, только зубы выросли, и тут такая Анна. Нет. Ты знаешь, есть третьей высотой говорить кучу мелких пауков с первой, ну как-то... Ну, тут ничего не поделать. И если есть нулевое действие, у паука делай его. Да, оно есть, но это нулевое действие убирает все схем-маркеры и позволяет уничтожать стим-арахнидов, чтобы лечиться. Ни стим-арахнидов, ни схем-маркеров, ничего. Ничего здесь нету, ничего. Ни тебя, а поэтому ни меня, я торжественно передаю тебе ход. Так, и смешного. Какой деф у Джоса? У Джоса? 6. На нем апгрейд еще жив. Сколько осталось вунд у арахнидиков? Они полностью целые. А сколько у них всего вунд? 9. А толку-то? С такими картами, а толку-то, господа? А... Покажи, с какими картами, товарищи. Я даже отвернусь, чтобы никто не видел. Ну, есть у меня один хитрый план, который надо реализовывать. Да. А, поехали. Активируется Анна. За свою обилку скидывает карту, получает фокус. Тратит еще одно действие на фокус. И мили-атака варахнида. Сколько у тебя плюс флипов будет, Евгений? Три карты с выбором больше. Ну, давай. 3, 10. 10. Ох, 5. Какой навык мили? 6. По пятому деф. Давай, чтобы с минус флипом хотя бы. Это будет все равно плюс флип. Блэк Джокер еще не выходил. Блэк Джокер не выходил. Тяни максимум своих карт. Окей, ну, увы, не пришла интересный нам триггер на книжке, поэтому просто три карты с выбором больше. Давай. Это тоже жесть, пацаны. Три же. Это же, по-моему, 12. Да. Три. Та-та-та-та-та-там. Малый. Малый. Большой. 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 Сколько же это? Давай. 6 и 2 бласта. В цель пришло 6 вунд. 5. Первый армор. Да, и 2 бласта. Раз бластик и 2 до Electric Creation. И 4 дырки в Electric Creation. Electric Creation такой пух. Да, и я за это получил очко за Make Them Suffer. Господа, он у меня скрылся. И я получил 1 очко за реконинг. Я убил 2 модели в этот ход. Маленький момент. Скрэп маркер. Да, я знаю, что я сейчас призову еще... Немножко вы, Евгений, пролюбились. Я, кстати, я мог и на Джос, и в Джоса, пожалуйста, тоже 2 дырки влепи, я мог... Ты не дотянулся бы тогда до Creation. А, я должен от того ставить. Да, логично, в Creation. А что здесь стоит вообще, как бы тупо умирать? А сколько вунт у арахнидика осталось? У арахнидика? 4. Ну, но все равно у него... Я забыл, что у меня был плюс вид на дамаг. Но я так не... Он все равно не воспользовался, дамаг я не нанес. Так, нулевое действие я, конечно, могу... Этот...
Плюс флип на урон на момент. А урон я ни разу не тянул. Да, ты его не тянул. Ну и нулевку я сделать не могу, потому что ни лечение, ничего сейчас не эффективно. Поэтому Анна закончила. Черт. ХТХ атаку мага? Потому что не хочу. Ладно. Анна сходила, Анна молодец. Она своим действием заработала 2 очка. Почему 2? Потому что я второго Дриконинга убил. И Мэг Фэмсафор заработал 1 очко. Ай-яй-яй, Евгений, нельзя так. Жестоко, жестоко. Фу-фу-фу. Сейчас тут очень важно. Да. Гениально. Итак, активируется Виктор Рамос. Первое действие. Волк на 4. Угу. Да. Первое действие волк. Первое действие волк. В скольки дюймах я вообще вызываю? Вызыватель. 6 дюймов, да? Зачем? Магнититься не надо. Магнититься плохо. Пожалуй, еще один волк. То есть тут же закапываем, там идет... 2 волка. 2 волка. Работа не волк, работа ворк. Итак, вызываю арахнида. Закапываешь что-нибудь за камень? Третьим действием. Нет, я просто одного. Окей. Для того, чтобы вызвать одного, мне нужно 15. Нет, мне нужно 13, то есть на карте вытянуть 5. Просто пробуй. 5 плюс. Просто 5 плюс. 10. Ты смог. В 2 дюймах? Ага. Вот как раз по эту рисочку. И снова своего счастливого паучка на всех ножках. 5 плюс 6, 11. Так, он же здесь пробежать сможет? Пока нет. То есть ты совсем в притирочку. Ты просто поставил лучше дальше. Да, там потому что вот, да, вот так вот. Да, все. И убери маркер. Ну, маркер, конечно. Ну, легко. Что бы мне такого сделать? И вунду, да, он должен написать? Да, он приходит в одной вунде, это без вопроса. Я вот, знаешь, даже задумываюсь, а может мне купить на карточках сразу вунду прорисовать им? Всем. Как минимум одну. Дальше. Нулевка. Вызываю Electric Creation. Давай, что надо? Просто на шару. Давай. Нужно книжку и нужно 7. Давай, 7 книга. 12 бараны. Ну, не случилось. Ну, жаль. А все, волк, волк, призыв, нулевка. Отлично, у меня осталось 3 модели. Так, что же я хочу? Фас, пожалуй, рано. Ладно, быть рисковым парнем. Плюс, а толку-то? Ладно, активируется на самом деле снайпер. Первое действие фокус, второе выстрел Виктора Рамоса. Евгений, вопрос. А не закрывает ли... А, нет, Джосс вам не закрывает. Не закрывает. Поэтому... Кавер. В дюйме влево от него. Тут есть ровно дюйм. К подставке. Окей. В дюйме. Кавер есть, но я стреляю с фокусом, с плюс флипом встроенным. Просто на 2 карты попасть. Давай. 5-й шутинг. 11. 11, да. 9. Я попал. О боже, давай. С чистой картой. С чистой картой. Итак, это средний. Триггер я не заявлял, так что нормально. И средний дамаг со снайпера. 3. 1. Виктор Рамос всю игру не может понять, что за комары его кусают. Я сходил. Ты сходил. Кто у тебя остался неактивирован? А маг чемодан? И чемодан. А маг разве не лечил еще? Нет. Папа хочет им дать приказ. Сколько Furious Casting у... У тебя карты на руках остались? А? 1. Вот, знаешь, жадность. Жадность меня заставляет делать необдуманные поступки. По идее, мне нужно маленького паучка подогнать к Анне. Ну да, чтобы деф понизить. Чтобы понизить деф. Так, у нее деф какой? 5. Будет 4. Да. Против 6 мили. Уже очень и очень и очень и очень приятно. Чаши не будет.
Почему чарджер? Действие одно. Заингейджено действие одно, так и призванный. Нет, я про Джос. Джос, да. Итак, это Ярослав, кого вы хотите задействовать? Я задействую Джоса. Ага. И подожму его так в БТБ, чтобы, ну да, скрыться не получится, но рандомайз-то будет точно. Окей. Стоп. Не так. Ну, чтобы место оставить, все-таки подойти паучку, да, ты имеешь в виду? Не просто паучку подойти. Я хочу встать так, чтобы было 2 дюйма от моих моделей. Чтобы, когда ты стрелял, рандомайз шел только в Анну. Ну, между двумя моделями, окей? Да. Ну, то есть, вот как-то... Хорошо. Второе это действие какое? Второе действие, конечно, я бью эту чудную женщину. Действуй. Шестой мили. Против пятого дефа. Давай. Ну, слушай, надо ход на лошадей поставить. Ушел. А, нет. Попал с минус двумя. А, да, с минус двумя попал. Давай, действуй. Итак, ты не можешь заявлять деф триггеры. Нету. Армор. Нету. А, армор. Да, армор не будет работать. Внутрь поместил куда-то. Вот она висит, да. Hard to wound, hard to kill, это все мне без разницы. Да, ну давай. Давай. Минимум. Максимум. Средний. Минимум. Минимум. Сколько лучше это? Лучше бы я на плюс флипе. 3. Ну, армор игнуешь, поэтому 3 в ванну зашло, и я ничего не могу с этим поделать. Ай! Ну, что поделать? Ай и ой. Ай и ой, да. Итого, у меня маг и гробик. Тут такой маг понял, что ребятки, ну, как бы... Бежать пора. Имхо, фаст нужен сейчас. Сбрасываю карту, хочу фаст. Аутскипер. Поехали. Первый хилинг флип направлю в А хилинг флип это единичка или нулевка? Это единичка. Единичка. Ну давай. Поехали. Ванну, и мне нужно 7 плюс. Поехали. 7 плюс ванну. Да, я смог. Насколько? На малый. Ну, на одну вунду ее полечил. Хоть сколько-то. Следующий хилинг в мастера. 7 плюс? Нет. И еще раз хилинг в мастера. Да. Триггера ничего не интересного. И с плюс карты лечу мастера. Малый. Малый. На одну вунду. Повелитель просто тузов, ну. Туз-туз. Ну, на одну вунду мастера я отличил. Так. Получается. А, вот. Он в 4 вундах должен быть. 4 вунда снег. А, маг закончила и закурила. Ходите, Ярослав. Очень сложное действие. БТБ. Минус гдеф. Анна счастлива, да. По Анне теперь бегает маленький паучок и немножко ее раздражает. Таков уж бэк. Ничего не могу с этим поделать. В 16, да, магнетизм, говорите, работает? Магнетизм работает в 16. Ну, магнит 2 вунды. Ну, Жень, ну не серьезно. Сейчас будет 4-й ход. 5 минимум. Давай сделаем волк-волк, чтобы быть ровно 4 от Анны. Ну, давай. Угу. Все, я подвигал. Итак, закончился 3-й ход, я заработал 2 очка, Ярослав заработал... Большое спасибо, потому да. что никого тогда же не убил. И закончился наш 3-й ход. Значит, наступает 4-й. Так, Евгений, хорошо. Тусуем. Давай. У нас осталось мало времени. У меня тут, оказывается, карты остались. Скоро это все накроет нафиг ядерным взрывом. Да. Женя, не посрами. Я учил тебя, как тусовать такую колоду. И я смог. Вот лучше бы ты так не делал, да. Защиту всегда кидал. Ладно. Одну карту скинул. И я ничего не скидываю, добрал карты.
Сбрасываю 6 маски. Раз, два, три, четыре, пять. Последний Soulstone. Последний Soulstone. Моя рука, она меня устраивает. И я трачу свой последний Soulstone. Почему я трачу свой последний Soulstone? Потому что у меня нет других вариантов. Повелитель! Как вы думаете, что я сброшу? Три и три. Нет. Три я оставлю. Черный Джокер. Потому что ты добираешь и две сбрасываешь. Все. Давай инициатива. Инициатива. Ну. Ха! Действуй! Сколько жизни осталось у доброй Анны? Семь. То есть, если я вдруг очень удачно попаду кулаком, на хотя бы на средний урон, я ее уничтожу. Ну, попытаться можешь. Ну да, это что называется попытаться. Давай, кого ты хочешь активировать? Я хочу активировать стаю пауков. Действуй. Стая пауков. Стая пауков. Пятый мили против твоего дефа. Уже четвертого. Давай. Девять. Три. Я попал. Ну, на самом деле... Пока нет. Или нет? У тебя шестой мили? Да. А, тогда мне сейчас вру. Нет, мили не шестой, пятый. Положи один. Тогда хватало. Вторая атака. Давай. Семь. Пять. Так, а теперь ты попадаешь на... Я на девятку, да, ухожу? Почему? Ну, так вот. Ну, ладно. Я ушел от двух атак. Подожди, у тебя 10? 14 в сумме. 14 в сумме, а у меня 5. 12. Да что ж я не человек-то такой, а? Черт, пусть будет. Он попал. С минус двумя. Минимум. Средний, минимум. Сколько? Минимум. Две. Одна, армор. Стоило ли пытаться? Ну, хоть что-то же они должны сделать. Так. И, наверное, сделаю-ка я self-repair, да. Self-repair, нулевка. Я убираю... уничтожаю Стима Рахнит в 6 дюймах, чтобы вылечить 2, 3, 5 урона. Я понял, и не дать мне очки таким образом. Да. Три вылечил. Угу. Осталось две. В кучу. Вернись домой. Итак. Гулящий по угоре в семье. Моя активация. Кого же я хочу? Пожалуй, что, наверное, фон Шиля. И первое действие фон Шиля – чарж в Джоса. Да. Поехали. Первая чаржевая атака. Ко мне нету, ничего тратить не могу, поэтому просто попасть. Поехали. Давай. Шестой. Все, что на картах. Ушел. Бог. Ну, давай попробуем так. Пришел. Объявляет триггер, крекет. До конца игры на тебе будет минус один к дефу. Ой, ну давай. Собственно, это после нанесения урона. After damage. Или after resolve. Это важно. Просто по факту. Просто по факту. Да, ну, давай. С минус флипом. Минимальный. Два. Сколько? С игнором армора. Да, он отращивал себе второй армор. Ну ладно. Соответственно, дальше вторая чаржевая атака. Попал. Уже у меня эффективный плюс один. Минус флип. Окей, объявляю триггер critical strike. С минус флипом. Нет, чистый флип. У тебя минус один же. А, ну. Пятый деф. По шестому, да. Да. Ну, я понял себя. Ну, с минус карты critical strike объявляю. Давай. Малый. Еще три. Правильно использовал. Ну. Угу. Третья атака.
Третий экшен поинт. Третий экшен. А, давай, атака. Ну, отступаю за поле, правильно? За поле отступаю. Восемь. Ну, давай вот так вот. Ну, давай. А, с чистым флипом. А, нет, с минус флипом, да. Critical Strike. Critical Strike. Объявляю Critical Strike, так, да. Топ сомневался. Средний. Средний. Сколько? 3-1, 4. 4. Hard to kill. Я остался в одной и получил реактивейт. Да. Теперь... Не того я активировал первым. А, теперь я объявляю нулевку себе. А, сам подожди, себя. Ты нулевку сейчас можешь. Да. Сбрасываю апгрейд. Остаюсь в трех дырках. В трех дырках, окей. Нулевка бесполезна. Да, может его сейчас тут? Так, тогда. А, я понял, зачем я ближе. А, нет, в четырех. Тогда я объявляю другую нулевку. Сбрасываю карту за полечиться. Ну давай, сбрось. Сбрасываю карту, на плюс флип лечусь. На средний. Это, по-моему, два. Сколько дырок? С него снято две всего. В десяти, да? А, Фаншиль кончил и закурил. Спасибо за внимание. Обыдно. Если бы он не отличился, у меня был бы шанс его убить. Съесть! Действуй! Джос без вариантов активируется и начинает бить Фуншиля. Ну а теперь вопрос. Сколько карт у тебя на руках? Две. Две? А что ты? Так бы пневматик фист хорошо бы зашел 5, 8, 10. Но мы не верим. Смотри. Арк Акс. С игнором армора, хард-ту-киллах и прочего, прочего, прочего. Это да. Ну давай. Ты мили-эксперт? Шестой мили. Нет. Ну хоть это радует. Поехали против шестого дефа. Попал. Так, что так, что так. Триггеров у меня нет, поэтому даже не отрегаюсь. Окей, даже чистая карта. Чистая карта. Минималка. И ты не поверишь. Минималка. Сколько это? Три. Это настолько все печально, да? Два. А, или игнор армора. Игнор армора. Вторая атака. Четыре. Ну. Четыре. Ну ладно, давай. А, все, ты сходил, да? И умер. Ну. Ходит Анна. Соответственно, сколько у тебя осталось жизни у арахнидиков? У арахнидиков очень много. Сколько? Семь. Тут на самом деле переворачивается. Блин, они лечились 7. Ладно, в любом случае, попробуем сделать так или иначе, это надо делать. Поэтому первое действие. Ну, то есть активируется Анна. Сбрасывает карту, хочет фокус. Да кто бы спорил. Ну. И, соответственно, мели атаку с фокусом в арахнидиков. Нет, не так. Или у меня. Ох! Нет! Вот если бы это был бы дамаг. Ну, я попал с... С чистым получается за фокус. И триггер пройти всем хоррор-дуэль, кто будет замунжен. Вопрос, как я замунжусь на чистом? Давай. Эх! Средний. 4 и 1 бласт. Не дотягивается. Да, поэтому... Не дотягивается. Печи... У нее самой... Она сама стоит на бласте. А, я дамаг с бласта не огребаю за это, фрикорпс. Я не про это. Расстояние он, больше. Он мерил же, чтобы больше 2 дюймов. Там больше 2 дюймов. Эх, жаль. Эх, да, 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 да. 4 То есть 3 вунды? Да. И страх. Да. Ну давай. 13-й хоррор. Они прошли. Прошел. Жаль. Вторая атака. В них же. 9. Ну давай. 11. Попал. С минус картой. Ой, какой у тебя навык ближнего боя? 6. А дефенс у меня 5. Да, с минус картой. Давай. С минус картой. Средний, малый. 2. 2 вунды. То есть 1. Осталось 3. Нет, у него нет правил. Нулевочку не могу, 3 вунды. Это обилка, это обилка. А.
ее родную нулевочку. Два варианта: полечиться, ударить. Хочу скопировать за нулевку ее кастинг ТХ-шный. Ну давай. Пытаюсь скопировать. Хода два назад. 6. Получилось ровно. И теперь им бью шестым кастингом против твоего дефа. По пятому. 5. Попал с минус картой. Давай. Ну, малый. Малый. Две дырки. Одна. Осталось две, но ты потратил свою нулевку, да. Да. Как ты думаешь, кто будет активироваться? Тот, кто жив, Виктор Рамос. Больше никого не осталось. Да. Больше никто не остался. Никого не осталось, никого. Ни Кришина, ни Лунстона. А почему у меня реактивейт на Джосе? Нет. Ты привентил. Раз попал. Да? Да. Держись, Джос, ты нужен будешь. Сколько у Анны осталось? У Анны осталось еще 6 вунд. А у мальчика 7. Да. Итак, Ярослав, что же вы решите делать? Я по сложившейся традиции буду... Конечно, офигевать немножечко, но я сделаю волк. Ага. Залезу на эту пакость. Потому что это ровно 8 дюймов. И до голого поля. И никакого рандомайза. Никакого армора. Ну давай. Ничего. Магия. Фига. Жаль, я чемодан не вижу. Хорошо, что ты его не видишь. Плохо, что я его не вижу. Да давай нулю. Сначала посмеемся. Попытаюсь давай вызвать Electric Creation. Давай. Тратить уже ничего не можешь, просто пытаешься. Нет. Не получилось. Ну окей, давай. Стреляем. Electric Fire. 7-й каст. По твоему дефу. Сложность 14. То есть 7 это... Давай. Давай. Попал. Закастовал. Попал. Красавец. Да. С чистым. Чистый. А могли бы средний, сколько? 3. Игнор армора? И конечно. Тинг-тинг-тинг. Окей. Давай еще одну. 11. Да ты хорош. Да я вообще вожу, когда чистый надо. Не плюс разве? У меня 7-й каст. А у меня 6-й деф. Единица разницы. Ну, да. Чистый. Малый. Малый. Сколько это? 2. Иди твою налево, сказал как бы фон Шиль, но пока живой. Все. Крейшен не вышел. Вышел бы Крейшен. Ну давай, кто? Активируется естественным образом маг, который говорит: Шил, живи. Меня поехали. Очень расстраивает твой шил, живи. Поехали, первые 7+. Нет, печаль, жаль. Давай, второй. И второй это, да, с плюс флипом. Малый. Малый. Одну вунду я фон Шилю отличил. Отличи мне, батюшка, грехи, давай. А нулевое действие никакого. Никакого. Мой мальчик активируется и бьет его. За что? Реактивейт кондишн. За что? Ну ладно, бей мальчика. Давай. Нет, у меня еще снайпер, который говорит: Виктор, вы еще к нам ближе. Давайте-ка мы вас выстрелим. Давайте. Поэтому... Все равно придется использовать фокус. Первое действие... Ты, кстати... Да дальше 12. 14. Ну, все равно. Все равно, да. Фокус, выстрел. Поэтому сейчас ты ничем не закрыт. 3 карты на попасть. 5, 7 наибольшее против твоего дефа. Я попал. Против моего 5-го дефа. Книга мой 5-й шутинг. А, подожди. Давай. Нет. Вот так. Черт, это даже получился с минус картой. Триггер я не объявляю, поэтому просто чистая карта на дамаг. Шамил участвовал? 1. Медленно мы ковыряем мастера Артифишера. Мы все ближе к возможной заветной цели в виде ассасинейта. Осталось еще 7 раз попасть. Когда-нибудь это случится. Ну давай, кто? Я сходил. А, и ящичек. Ящичку хорошо. Ему хорошо и здесь. Я не понял, что вещь.
Зачем? Я даже двигаться не могу. Его позиция ящика устраивает абсолютно. Ящик просто стоит на месте. Итак, закончится четвертый ход. Мы ничего не заработали. Да. Замешиваем. Замешиваем. Я думаю, у нас сейчас будет очень быстрый ход. Я просто убью фон Шиля и буду счастлив. Вы согласны, Евгений? Ой. А, я сразу, можно сделаю? Я сбрасываю, все. 4-3-3. Ой, 4-4-3. Че, ровно что ли? Ровно здесь сколько я надел. Ты решил, что черный джокер это не твое? Да. Правильно, черный джокер это мое. Итак, господа, моя рука в этот раз. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну, ничего не могу с этим поделать. Эх, приходится переворачивать. Моя рука. Ну, поехали в любом случае флип на инициативу. Ну, давай. 7. Ничего не могу поделать, ходи. Победитель Джосс. Давай. Да, потому что Джосс. Джосс, убей мастера. Давай. Давай, смоги. Давай. Опа, попал. Попал. Седьмой, да, Милим? Попал. Шестой. А, шестой. Я тебя умоляю. Ну, давай так. Защита у тебя какая? А, шестая. То есть все, что на картах. С минус флипом давай. Малый, сколько? Три. В одной остался. Да, в одной. Нет. А, у меня карты. У меня четыре это хватало, чтобы в одной оставаться. У тебя сколько было? У тебя три оставалось. У тебя три оставалось. И кажется, да. Мастер умер. Ю-ху! Ребята, какой у нас ход? Четвертый? Пятый. Пятый? Это два очка. Assassinate, два очка. Да. Жалко, хилинг флип не получился. Развернемся. Ну, девочка, давай. 7. Да что ж да. Ты, да что ж ты такое? Да. Ты издеваешься, что ли? Какая защита? Пятая. А у меня шестое. Да! Давай, с минус. Минималка. Средний. Максимальный. Минималка. Минимальный. Сколько это? Три. Ох. Три осталось. Пауки жуют. Рама стреляет. Соответственно, ну Анна говорит, ребята, ну нам нужно миссию уже зарабатывать, тут без вариантов как бы. Активируется Анна. Зас факт своей активации сбрасывает карту. Получает фокус. Сколько осталось у паука жизни? Две. Соответственно, ну и с фокусом наносит атаку. Давай, пятый деф. Да. Каким мили? Шестым. Ой. Ой. 9. 13. Ой, ой, ой. Все. Нет, у меня еще одна атака есть. Еще одна атака туда же. Ну давай. Красный джокер. Не сба. Нет. И копирую нулевку. Чью? С мага. Он умер. Мага. С мага, ну давай. Давай, скопировать? Нет, 6 плюс, да, мне надо, чтобы скопировать? Етить твою налево. Да, нанести. Ну, давай. Давай. Два. Это последние твои карты. Четыре. Это твои последние хреновые карты. Потому что дальше у тебя должны уже идти без... Какой-то минимальный урон. Два. Два. У тебя армор еще есть. На. Чтобы с минусом было. С минус флипом. Давай. Красный. Красный. Средний. В одной дырочке остался. Очень-очень обиженные пауки. Очень-очень обиженные пауки начинают жевать Анну. Давай. Давай. Какой у нее деф? Пятый. Ну, пятый мили, нормально. 13, бараны. Кто там говорил про карты закончились? Чистая? Чистый, давай. Почему чистый? Плюс лип. А, плюс лип. Почему плюс лип? Одинаковые. Чистый, чистый. Сколько? Модерейт. Модерейт это у пауков 4. Бабочки. И армор еще есть. 3. Не важно, она умерла. Она умерла. Умерла! И я заработал первое очко. За общую миссию. Да. Держи. Беда. Пора бежать, отсюда, надо ребята. Драк съедать. А, да мастер. Ну куда? У меня мастер съест. У него 3 очка, у меня 2 очка. У него 3. А, у тебя 2, да.
Тебе надо добить паука любой ценой. У меня такие монстры. Чем угодно, это добить паука. В одном дюйме. В ковре. А, ну как в одном дюйме? От этого вообще скрыт. От твоего колдуна, давай. Давай. И выстрел. Ну куда? Куда мув? Ну куда? Ну вот сюда вот мув. Ну давай. И чтоб был в 14. Да. Так, зачем ты двигаешь террейн так, как ему надо? Это было красиво. Итак, сюда. Верни террейн, как он стоял. Ладно, соответственно, мув, выстрел. Не параллельно. Ну и давай выстрел. С плюс флипом, поэтому чистый. Потому что террейн. Давай. Три. Ну что я тебе могу сказать? Ну давай. Чистая карта. А там одна дырка. Да, скэп-маркер. Как раз вызывает паука и не сработает. Ай! Активируется Витя. Давай. Витя, черный джокер, Витя, черный джокер, черный Витя, джокер. Витя, не пей. Пока ты его ставишь, тем, да, давай. Итак, вызываю паука из этой фигни одного. Да. Мог даже двух. Мы же здесь не будем. Сейчас его бак добьем. Двух дюймов. Нет, вот эти. Ладно. Виктор делает магнетизм нулевкой в него. Давай. Чемодан. Зюк. Где у меня магнетизм? Виктор Рамос, это на Рамосе. Магнетизм, восьмой каст по твоему дефу. Давай. Пять. Ушел. Какой деф? А, у шестой деф. Чё ушел? А, ничья. Ничья. Ну ладно. Минус двумя. Но, давай. К сожалению, это не важно. Ты отхватываешь два урона, а я в 6 дюймов к тебе приближаюсь. Окей. В прямом направлении. Ну, две дырки. Стоп. Вообще отлично. Еще и в ковре осталось. Две дырки. А, армор у меня есть? Да, одна дырка. С игнором армора. Жаль. Дальше. Давай, второе действие. Стрельба. В него же? В него же. А, та-та-та-та-та. 8 дюймов. Надо еще будет делать. Один. Мув? Да. Стреляем. Давай. 6. 11. Твою дивизию. Не попал. А, да. А, я неправильно стрелял. Надо было в Джоса стрелять, отхватить ему реактивейт и вперед бежать. Поехали. Активируется маг. Фуриус кастинг. И все пойдет в Рамоса. Читай. Фуриус кастинг и все в Рамоса. Поехали. У него другое правило. Да. Ладно, поехали. Против дефа. В Рамоса. Ну давай. Давай. Первый. Хорош. Чистый. Ну давай. Да ш... Малый. Сколько? Два. Одна вунда. Один. Давай, вторую. Второй каст с него. Ой. Ушел. Третий каст с него. Нет, стоп, ничья. Почему? Шестой каст. Четвертый. Шестой каст. А, ничья. По четвертому дефу, да, ничья. А, читишь, нет? Нет. Минус два. Ну, пожалуйста. Средний. Пожалуйста. Большой. Средний. Сколько? Три. Одна вунда. Четыре. А, четыре? Две вунды, ладно. Давай, последний. Ну, давай. 10. Попал. Минус флип, давай. Ну, пожалуйста, красный джокер. Большой. 5 дыр. И армор. 3 вунды. Вон воды вунды остался. И нечем его добить. Я считаю... А, шестого хода. Кидай на продолжение хода. Не будет. Ну, тачанка, что-нибудь будет? Я паук уже убежал. Паук один раз походить будет, он слоу. Он за собой идет. Ну и ладно. Итого, он заработал 3 очка. Ты издеваешься? Нет, я как бы... Это шестой ход, да? Нет, я еще ничего не тянул. А, ну давай, продолжение. Давай потянем. Давай. А, первый ходил... Ты. Ты, да. Да, шестой ход. Так, главное, чтобы... Нет. Быстро. Сбрасываю. Сбрасываю, да. Тут скорее рассказать надо будет. Ничего не расскажешь, потому что тихо. Нет, я имею в виду. Одна минута. Одна минута. Ну как бы там плюс-минус до батареи. Я имею в виду. Итак, у нас осталась одна минута, поэтому... смотрите, у нас еще будет мини-аналитика, в которой мы расскажем, что здесь будет. Окей. Моя рука.
6 карт это. Да, 6 карт. Поехали, и флип на инициативу. Моя рука, и да, я богат, я бог, я три. Я выиграл флип Давай на инициативу. Давай, ты выиграл флип на инициативу, что ты будешь делать, что ты будешь Активирую делать. Активирую мага, фурию с кастинг в Рамоса. Давай, попробуй. Сбрасываю. Попробуй, давай. Поехали, первый. 8. Попал. У меня уже 5-й деф. Попал, 6-й каст. А, да, Сколько мне нужно, получается, чтобы уйти? У меня 6-й каст, у меня сейчас 15. 12, на. 11, но книжка. Сколько там? 13. 13, мне, чтобы попасть, надо 12. Нет, я остался один. Нет, почему? Ну да ладно, давай. Все правильно. Не важно. Ладно, с минус. Средний. Все, убил его. Убил. Скрылся, ассасинейт. Тоже 2 очка. Ничего страшного. Все, Furious Casting прошел. Твоя активация. Чардж! Давай. Чидишь? Да. Красный Джокер, до свидания. Еще не до свидания. Черный Джокер, да, уже по-всяко снял. Ну, давай. Сколько? Минус флип. Вся эта убил очко его. Получил. Очко получил. Это мой теперь чемодан. Снайпер и паук остались. Снайпер и паук. Мне нужно убить паука. Я заингежен Джоссом? Кем? Джоссом. Нет, два дюйма нету. Нету. Жалко. Но паука я вижу. Поэтому сколько у него вунд осталось? 3. Идите твою налево. 3, он один вызывал. Поехали. Фокус, выстрел в паука. Давай. Террейн не помогает, поэтому 3 карты на попасть. Да! Красный Джокер. Заявляю Critical Strike. Или... Да, у меня есть Critical Strike. Получается, это чистый. Чистый, давай. Чистый с Critical Strike. Средний, мало. Мне нужно максимальный. Да, 5 дырок, даже скрытом. И 6 дырок, она у меня глубокая. Очко заработал. Не заработал. В этом... Вторая модель, в этот ход. В этот ход, ну да. Вторая модель, и на конец хода у тебя еще нет миньонов. И нет миньонов. Make one suffer. 2 очка заработал. Итого, у тебя сколько очков? Итого у меня 2 плюс 2 плюс 3. Не, плюс 2. 6. Make them suffer у тебя тоже нету. Есть, вот он. Вот он. Ну я убил. И хотя. Ты убил, да. Это одно очко. Это одно очко. Лидера 2 и 1, ты двоих убил, только 1 ход. 5. Нет, 4. 1, 2, 1. Да, 4. 4. Нет, 4 у тебя? 6. Да фига у тебя. Давай, да. Ну давай. Я ходил первый я. Давай. Нет, все. Спасибо за игру. А я бы вытянул. Нет, тоже не вытянул. 1 с плюс. Жалко. Победил Арс? Да, 6-4. Да.